служит судейская бригада в составе рефери Роман Городняков, судьи сбоку Сергей Рыжий, Александр Михалко, и Руслан Шпиталев. Запорожская область, синий угол, Золотар Сидоренко, Донецкая область. Thank you.
Силовое положение боя готовится Богдан Сидоренко. Боксер 2005 года рождения. Представляет город Мариуполь Донецкой области. Боксом занимается 2 года. За это время провел 20 боев, 12 высших победителей. Он является чемпионом. Он является чемпионом Украины в городе Покров 2016 года, тренируется боксом Дмитрия Шурты. Синий угол, Богдан Сидоренко, Донецкая область. Приготовится к выходу в ринг 23-й парень Эрик Погосян, Запорожская область, Егор Артемов, Донецкая область. Это уже 23-й парень.